Привет, с вами Сергей Чураков, и в данном видео я с вами поделюсь новостями по Ючату. То есть заходим на сайт access.com, если на русский язык хотите, кликайте сюда на русский язык. Здесь много разных направлений видов деятельности, и нас интересует кнопочка Ючат. Ючат, что это такое? Это мессенджер, который позволяет вам общаться по всему миру, бесплатно сообщения отправлять, там, не знаю, сколько тысяч этих стикеров, фото, видео, в общем, все в одном приложении. Но кроме просто общения, значит, сейчас интегрировали ShopPro, это инструмент для создания интернет-магазина. И также в следующем обновлении YouChat должен уже, то есть в YouChat должны подключить, наверное, монетизацию. А теперь по порядку. То есть кликаем на YouChat. Кто еще не поставил, ставьте YouChat. То есть вот youchat.com. Значит, кликаете, смотрите этот YouChat. Значит, здесь внизу Google Play, либо App Store, либо App Mart. То есть как хотите, так и ставьте. Как поставить, я уже делал обзор. Возвращаться не буду, либо вернусь, да, ну, вернусь, допустим, вот сюда кликаете, здесь открылась страница, установлена, у меня уже установлена, то есть кликаете установить, и у вас, если с устройством синхронизировано, значит, автоматом установится приложение YouChat. Дальше вошли со своим ID и паролем от Access, и все, то есть у нас ID и пароль, он от всех инструментов одновременно. А теперь перейду к самому YouChat. Значит, вот наш YouChat. Это мой этот самый телефон. Вот он, да? И кнопочка YouChat. Вот кликаю на кнопочку YouChat. Кстати, а тут управляется? А тут не управляется, а тут управляется. Так, а что он замер? А, ну все, все работает. Немножко подтупил. Хорошо. Значит, вот оно, этот YouChat. Можно, кстати, сделать вот так, весь экран, чтобы лишнее не показывать. И смотрите, что я сейчас буду делать. Так как времени сейчас 20 часов 23 минуты, я буду отправлять в чат. В прошлом видео я создал чат, назвал его тест, потом переименовал, назвал чат перепроходец. И сейчас в этот чат я отправлю приглашение на вебинар от компании Access. Здесь в этом приложении находятся чисто одни партнеры Access. И будет через полчаса, через 35 минут осталось до вебинара, до обучения. Значит, открываю чат первопроходца и пишу. Так, вебинар. Так, теперь где этот вебинар, ссылочку взять? Да? Значит, смотрите. Вот так сделаю. То есть у меня группа ВКонтакте. Эту группу я веду. И уже ВКонтакте я разместил информацию о том, что сегодня 20 число, там 21.00 будет вебинар. Значит, вот эта ссылочка. Как ее перенести вот сюда? Да? Я зашел в этот мобильный контакт. Вот он, мобильный контакт. Эта же группа, она выглядит, естественно, в мобильном по-другому. То есть, как вы видите, вот он, да? И вот он пост. Вот он пост о том, что сегодня будет вебинар. Значит, кликаю на этот пост. Вверху вот так. Дальше. Что, копировать ссылочку? Я ее скопировал. И теперь перехожу на ее чат. И вот сюда держу и вставить. То есть ссылочку я скинул. И отправляю. Вуаля, красота. В данный момент всем автоматам на смартфоны разлетелось сообщение о том, что вебинар будет сейчас, через полчаса. Ну, в общем, люди получили это сообщение. Дальше что? Ну, можно еще какой-нибудь интересный стикер, вот, допустим, с Access.
отправить. Ну, пусть будет вот такой стикер. Вот. Теперь смотрите, а какие же новшества у нас появились? Какие новшества? Новшества у нас появились следующие. Во-первых, у нас добавили стикеры. Так, где стикеры, стикеры, стикеры. Вот, мои стикеры. Мои стикеры. А, это те стикеры, которые я уже добавил через магазин. Так, сюда кликаю, магазин стикеров. У нас появилась группа стикеров Christmas. То есть сейчас... Как это? Merry Christmas. Когда английский учишь, уже забываешь русский. В общем, Рождество. То есть вот такие у нас рождественские стикеры. Вон сколько, обратите внимание. Давайте сейчас все опять разверну, чтобы не отвлекать. То есть вот такие красочные стикеры. Видите, как они движутся. И вы можете эти стикеры установить и отправить. Значит, как его установить? Я кликаю вот сюда на вот эту стрелочку. Видите, несколько секунд тут бежит. И вуаля, стикеры скачались. Так, а какие еще стикеры появились? Да, вроде так особо не заметил. Ну, может, где-то в какой-то группе тоже появились стикеры. Потому что стикеры бесплатные, их можно скачивать. Так, возвращаюсь назад и возвращаюсь, значит, в группу. В группу, где там, в сообщение, да? Тут первопроходцы. И сейчас я добавлю стикеры с раздела Merry Christmas. Кликаю сюда. Так, что-нибудь такое движущееся. Не буду заморачиваться особо. Вот этот кликну, движущийся. И вот этот. Вот. И получается... Так, это я уберу. Вот. Видите, как все просто получилось. То есть, буквально на ваших глазах я скачал из магазина, магазина стикеров новую группу стикеров Merry Christmas, да. И установил, и отправил в группу. Так, что еще добавили? А еще у нас добавили, вот смотрите, что еще? Раздел Shop Pro. Значит, что такое Shop Pro? Опять сниму сюда, сюда. Shop Pro. На официальном сайте вот он, раздел Shop Pro. Значит, когда вы включаете, здесь, возможно, будет на английском, справа вверху ставите русский язык, и все будет на русском языке. Итак, что такое Shop Pro? Shop Pro – это инструмент для создания интернет-магазина. И самое интересное, этот инструмент интегрирован с вашим мессенджером, WeChat. То есть, фактически, вы общаетесь со своими контактами, ваши знакомые видят, чем вы еще занимаетесь. Вы зашли на этот Shop Pro, загрузили свой товар, который вы хотите продавать, продаете товар, и мало того, что ваш интернет-магазин видят в интернете, кроме того, ваш интернет-магазин видят на смартфоне, в мессенджере и в чат, то есть все ваши контакты. Так, вот он, Shop Pro, он находится в разделе, где вы, последняя кнопочка вот эта. Листаете вниз, и вот здесь, вот здесь, вот здесь есть раздел Shop Pro. Кликаете на раздел Shop Pro. Загружается официальный сайт Shop Pro. Справа вверху меню. English меняете на русский. И должно сейчас все стать на русском языке. Первый раз открываю, поэтому могу много чего нагородить. Так, ваши идеи. То есть тот же сайт, который вы сейчас видели, развернутый на весь экран, он только в мобильной версии представлен. Поэтому все здесь правильно сделано. В общем, как пользоваться Shop Pro, я сейчас рассказывать не буду, потому что я еще сам не знаю. Возможно, сегодня будет обучение.
И после обучения, вот видите, какие тут красочные магазинчики можно делать, потому что тут шаблоны, там магазин модной одежды можно сделать, там бутик, например, магазин демо, там 2, демо 3, образцы, в общем, сделали. То есть много всего можно пройти. Значит, сейчас на вот этот инструмент Shop Pro есть акция до Нового года. Я вам сейчас покажу. Вот сюда кликаем. Вверх. Вот здесь объявление. Кликаю на объявление. Так, вот это я сверну. И читаем, читаем, читаем здесь, в объявлениях. Так. Ну, то, что YouChat обновили, это понятно. Дальше. Где-то я видел. А, это бесплатное объявление можно подавать. Это игрушку запустили. Это еще одну игрушку запустили. Золотой руководитель. Скидки на ShopPro. Вот. Написано. Написана новость от 20 декабря. От 20 декабря. А сегодня какой декабря? Сегодня 20 декабря. Надо же. Представляем новые скидки на ShopPro. На ShopPro. Чтобы скидки как мы, чтобы, вот так, даже увеличу, давайте увеличу. Вот, чтобы как можно больше консультантов и клиентов могли открыть магазины на ShopPro, со следующей недели мы начнем специальную акцию. А продажи до 5 товаров в магазине ShopPro бесплатно в течение первых 3 месяцев. Б. $50 за годовой пакет ShopPro Basic, оригинальная стоимость 120 долларов. Позволит вам выставлять до 5 товаров в вашем магазине. И С. $100 за годовой пакет ShopPro Business. Оригинальная стоимость 360 долларов позволит вам выставлять до 50 товаров в вашем магазине. И D. $200 за годовой пакет ShopPro Professional. Оригинальная стоимость 600 долларов. Позволит вам выставлять до 100 товаров в вашем магазине. То есть обратите внимание, какая скидка. То есть 600 долларов, как бы цена изначальная. Но компания сейчас нам предлагает этот интернет-магазин запустить буквально за что? За 200 долларов. То есть, где вы такое видели, чтобы вы за год заплатили за интернет-магазин, готовый под ключ, 200 долларов? Где? Вам в интернете любое агентство по созданию сайтов за интернет-магазин попросит как минимум 50 тысяч рублей. Это не 200 долларов, это абсолютно земля и небо. Здесь уже все готово, вы только загружаете свой товар, описание, картинки полностью. Все, готово под ключ. В принципе, 100 товаров хватит за глаза. Если вам мало, можно, я думаю, договориться с компанией. Компания у нас гибкая, и вам сделают какие-то особые условия. Но это нужно в индивидуальном порядке. Обычно так у нас всегда бывало. Так, значит, как это все приобретать? Как это все приобретать? Вот здесь кликаю аккаунт, так, продукты. Сейчас откроется новая страничка с разделом продукты. И в этом разделе ищем раздел ShopPro. ShopPro 30 дней. Так, видеомит, так, 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 так. Ага. То есть для клиентов на сегодняшний день продажа ShopPro пока недоступна. Это временное явление, возможно, со дня на день, потому что новость, вот эту новость я читаю за прошлую неделю фактически. Вот, то есть на этой неделе в этом разделе должен появиться раздел именно ShopPro. Если вы уже являетесь партнером компании, тогда в вашем кабинете партнера вы сможете видеть раздел ShopPro. Давайте я сразу открою раздел ShopPro, кабинет партнера. То есть, чтобы войти в кабинет партнера, нужно вверх, ну, кликнуть на себя и кликнуть Access Marketing. Кликайте сюда. Так, кликайте сюда. И здесь купить продукт. Видите, это немножко другой кабинет, тут посложнее, но, в принципе, все понятно. Пакеты для консультантов. Вот, ShopPro. Кстати, чтобы вы имели такой кабинет, вам нужно всего лишь оплатить 60 долларов на год, и вы уже имеете более расширенный кабинет, там больше всяких опций.
И также этот кабинет позволяет вам иметь деньги за продажи. Вот. Я зашел на раздел Shop Pro. Смотрите, бесплатный базовый пакет Shop Pro, он стоит free. Free – это бесплатно, да? То есть бесплатный пакет на 3 месяца использования e-commerce платформы Shop Pro. Оплачивается на 30-дневной основе. Включает продажи до 5 продуктов в вашем магазине. До 5 бесплатных и легко настраиваемых схем дизайнов магазина. То есть кликайте сюда и приобретаете. Дальше. Следующие пакеты, конечно, они более расширенные. Сразу заплатили за год, и у вас целый год продажи пошли. Вы получаете деньги, потому что готовый магазин. Вот, потом этот магазин ставите на вот эту платформу Discover. Кстати, до 31 января реклама, размещенная на Discover. Это также инструмент от Access. Вот он, Discover. Это новый инструмент. Он только-только вышел в декабре. Сейчас здесь в Shop Pro, конечно, эти китайцы активно размещают рекламу. Но со дня на день у нас будет возможность размещать по СНГ. Поэтому стоит обратить внимание. Так. И далее. То есть выбираете нужный пакет. Допустим, я рекомендую, конечно, если у вас товара много, это выбрать товар, выбрать пакет за $200. Ну, 200-600 практически в 3 раза, 300% экономия. Это очень выгодно. То есть вы оплатили и загружаете 100 продуктов ваших, выбираете дизайн и все, красота. Так, как приобрести? Как приобрести? Кликайте вот сюда на кнопочку «Купить продукт». Дальше выбираете, что выбираете, да? Выбираете iCash баланс, кредитную карту, e-wallet, UnionPay и Bcash. Значит, скорее всего, у вас будет кредитная карточка. Берете кредитную карточку, дальше годовой пакет и вводите свой ID-пароль и нажимаете «Купить». Все. И после этого, конечно, у вас будет доступ к инструменту Shop Pro. Вот здесь раздел «Сервисы». Вы можете через раздел «Сервисы» также зайти, вот сюда кликнув. В любом случае попадете на Shop Pro. Так, что-то у нас люди тут писали, видимо. Ага. Вот, ребятки. Значит, что я вам сейчас покажу? Реальный ответ от людей. То есть, видите, вот здесь 5, да? Кликаю сюда. И что это значит? Это значит, то, что я сообщение отправил буквально там, 5 минут назад, это сообщение увидели все люди, потому что пуш-уведомление прилетело на мобильное устройство, да, и люди, естественно, сейчас пойдут на вебинар. Итак, вот мне тут Лена написала, там, хай, привет. Ну, я тоже отвечу. Хай, это хай. Вот. Ответил. Ой, что-то она мне такое прислала непонятное. Так, ладно, хорошо. Так, ну, какая-то бабуля серьезная. Ну вот, мне Лена ответила. Лена уже увидела то, что сегодня будет вебинар. Там снежинку добавил. А, кстати, снежинки у нас появились. Вот, сейчас я вам еще снежиночку сюда поставлю. Видите, какие снежинки? И полетели. Какая прелесть, да? Вот такой у нас Merry Christmas. Снежиночки полетели. Все. В общем, вот такие новшества. Все работает. Нормальное рабочее приложение. Можно пользоваться. Рекомендую. Ставь лайк, пиши комментарии. Подписывайся на канал. С вами был Сергей. Всем пока. До скорой встречи.